Таким образом, принимающая ложа готова. И мы теперь можем заняться адаптацией пластического материала, который мы будем устанавливать в зону увеличения преддверия и подготовки принимающего ложа для будущего костного трансплантата. Выполняем язычный вкол. Проводим фиксацию в оральном направлении твердой мозговой оболочки.
При необходимости вестибулярно можно зафиксировать двумя винтами твердой мозговой оболочкой или ушитым с лиственно-костничным лоскутом. В данном случае мы будем это делать с лиственно-костничным лоскутом, предварительно проведя его мобилизацию.